Итак, сегодня у нас просто шикарное предложение. Это главное предложение, главная возможность избавиться от лишнего веса, почувствовать себя легким, избавиться от проблем и защитить себя от 13 видов онкологии. Мы сегодня представляем Суперфит. Это суперсредство для снижения веса. Буквально еще май и начнется лето. А летом, если лишний вес, то это и одышка, это и гипертония. Это же буквально мучение от того, что жара не дает вам двигаться. Это и пот, это и ограничения. Ну и сегодня мы предлагаем вам особенную разработку компании «Технологии будущего». Правильное похудение – это легкий способ плавного снижения веса для того, чтобы ваш организм почувствовал себя легче. Он вздохнул и, конечно, избавился от проблем. Сегодня выбирают для себя продукт «Суперфит» не только наши телезрители, но и выбирают наши ведущие. Арина Нагаева. Она уже похудела на 15 килограмм. Мать троих детей, работает ведущей, это жесткий режим с ранними подъемами и практически без выходных. Лена Мироненко, которая буквально стала в половину тоньше, стройнее. Слушай, насчет Лены, вот да. Один момент добавлю. Тут звонила одна из телезрителей шоп-н-шоу, консультировалась насчет продукта, который она купила, Альгас Гели. Она говорит, вот увидите Леночку, передайте ей, пожалуйста, не надо ей больше худеть. Она уже такая худенькая, на нее так жалко смотреть. Она так похудела. Поэтому Суперфит творит просто чудеса. Худейте до того состояния, которое удобно и хорошо вам. Конечно, комфортно, чтобы вы себя хорошо чувствовали. Люба, ну скажи, ты сама похудела. Ты вот скажи, ты сама сбросила вес. Я и сама похудела, такая устала. Вот она зашла сегодня утром. Я говорю, Люба, я не знаю, где ты там в своем пиджаке и в нарядах. Я тебя практически там еле-еле ощущаю. Скажи, пожалуйста, ну вот вообще, чем опасен лишний вес? Может, и не стоит с ним так бороться? Лишний вес, это вот когда мы создавали Суперфит, речь шла не об эстетике, не о красоте, не о нарядах. Суперфит был не первым нашим продуктом, но в какой-то момент стало понятно, что лишний вес и ожирение, во-первых, это эпидемия. Каждый второй имеет лишний вес и ожирение. Каждый второй в нашей стране. Ну, то есть это страшные показатели. И самое страшное, что лишний вес и ожирение не только усугубляют все ваши хронические заболевания, это колоссальная нагрузка на организм. Например, это колоссальная нагрузка на суставы. Каждый лишний килограмм в 4 раза ускоряет разрушение суставов. В 4 раза, особенно коленных суставов и тазобедренных. Каждый лишний килограмм поднимает ваше артериальное давление, усиливает недержание мочи. Каждый лишний килограмм – это нагрузка на сердце, на сосуды, печень. Вот вы потолстели на 5 килограмм – это уже жировой гепатоз. А жировой гепатоз – это первый шаг к циррозу и к онкологии печени. Если вы набираете вес, это огромная вероятность, что вы заработаете сахарный диабет второго типа. Это заболевание может появиться в любом возрасте, вообще независимо от возраста. И основной фактор и показатель, который приводит к диабету, это лишний вес и ожирение. Ну и, конечно, к какому бы врачу вы ни пришли, любой врач, эндокринолог, кардиолог, я не знаю, остеопат какой-нибудь, хирург, гинеколог, все в первую очередь смотрят на ваш вес и на вашу фигуру. И первая рекомендация при любом заболевании будет «худейте, худейте, худейте». А как мне говорят мои покупатели и мои пациенты, «Любочка, дорогая, как мы похудеем?» Представим, допустим, женщина 70 лет, весит за 100 килограмм, у нее букет хронических заболеваний, артриты, артрозы, гипертония, проблемы с печенью, проблемы с почками, с сердцем, и пошло-пошло-поехало. И вот она говорит, я еле хожу, я пью лекарства горстями, то есть из-за того, что я плохо хожу, я не могу заняться спортом. Да и как говорят все профессиональные врачи, спорт резко в таком возрасте противопоказан, ускорится еще больше разрушение суставов. Сидеть на диете и голодать она тоже не может, потому что она лекарства пьет до, после, во время еды, она не может не есть. И встает химию принимать страшно. И так лекарств принимаем очень много, и так желудок и печень разрушаются. И встает резонный вопрос, вот как такому человеку похудеть? А худеть – это жизненно важный показатель. Тут я смотрела в новостях, буквально 2 дня назад показывали, несколько дней назад показывали мужчину в Москве, он весил 300 килограмм, и последние 10 лет он не выходил из дома и не вставал. Молодой мужчина, 57 лет,
всего 57 mm-hmm. лет. Его сын за ним ухаживал, взрослый. И тут ему стало плохо с сердцем. Он вызвал скорую, а его из дома вынести не могут. Mm-hmm. Он в дверь не проходит. Полдня МЧС и скорая помощь разбирали балкон, хорошо, первый этаж, и вынесли его через балкон. Но, к сожалению, он 10 дней пролежал в больнице и умер, не выдержал организм. Заболевание это было не очень страшное, там какая-то проблема с сердцем была. Но из-за лишнего веса и вот этой колоссальной нагрузки молодой мужчина небольшую проблему со здоровьем не пережил. Так вот, дорогие мои, если вы уже в возрасте, если у вас уже есть хронические заболевания, и если у вас есть лишний вес, именно для вас мы создавали Суперфит. Это первое безопасное, здоровое похудение. Без спорта, без физических нагрузок, без голодания, без страданий и мучений, да, без диет. Это тот продукт, который безопасно, натурально и эффективно, без мучений и лишений, поможет вам избавиться от лишнего веса и вернуть себе здоровье. Вот посмотрите показания к применению. Если у вас и так есть лишние килограммы, если у вас сердечно-сосудистые заболевания, если у вас диабет, если у вас проблемы с щитовидной железой, если у вас недержание, если у вас гипертония, если у вас артриты, артрозы, остеопорозы, если у вас жировой гепатоз или... Очень часто ко мне обращаются те люди, которым надо похудеть для какой-то операции. Ну вот приведу пример. Обратилась женщина, у нее стояла плановая операция по замене коленного сустава. Замена коленного сустава – это очень дорогое удовольствие. Минимум 150 тысяч рублей без анализов. И дальше цена улетает в космос. Так вот, она еле-еле получила квоту, а до операции ее не допускали из-за 10 лишних килограмм. Не могла она похудеть. Позвонила, купила Суперфит, за месяц сбросила 10 килограмм, сделала операцию, потом звонила, благодарила. И спасла она себе смогла, жизнь. Спасла себе жизнь, и вы тоже сможете звоните. Благодаря Суперфиту. Да, апрельская партия, свежая, звоните, страните, будьте здоровы.